Сегодня открывается ежегодный форум «Рижская конференция 2014». 12 и 13 сентября в новом здании Латвийской национальной библиотеки. Она соберет экспертов, дипломатов, политиков, академиков, предпринимателей и журналистов. Форум откроет премьер Лаймдота Страуюма. На конференции каждый год вопросы безопасности и внешней политики рассматриваются в широком диапазоне. Звучат мнения и предложения разных экспертов по самым актуальным мировым событиям. Сегодня будут обсуждаться такие темы, как последствия влияния и сценарии развития военного конфликта Украины и России, Рижский саммит Восточного партнерства и перемены, которые он может принести, вызовы создания единого энергетического рынка в Европе, растущее влияние национализма и экстремизма на политику единой Европы. Рижская конференция пройдет в латвийской столице уже в 9-й раз.